поприветствовать всех находящихся в этом зале, всех исполнителей, слушателей, всех организаторов этого вечера, всех тех, кому неравнодушна личность выдающегося музыканта Безрёна Исааковича Слонина. Я также очень рад, что мне удалось приехать и быть сегодня вместе с вами. Бывают в нашей жизни события, которые имеют непреходящее значение. Виссарион Исаакович Слоним был именно таким событием в жизни многих из нас. Знакомство с ним как с музыкантом, учителем, интереснейшим собеседником, мудрым коллегой, вольно или невольно что-то изменило в нашем собственном музыкальном мире. Я думаю, что оставить такой след в жизни коллег и учеников дано немногим. И сегодняшний вечер, отстоящий от новосибирского периода Слонима на целых 26 лет, является лишь доказательством этого. Сегодня я разговаривал по телефону с Мэри Симховной Любинзон. Она очень сожалела, что не может принять участие в концерте и быть здесь. Но просила меня сказать следующие слова. Она глубоко благодарна Виссариону Исааковичу Слониму за ту поддержку, за профессиональную помощь, которую он оказал ей, когда она была молодым начинающим педагогом в 60-е годы. И вот это чувство глубокой благодарности к нему и тепла она сохраняет до сих пор и сохранит до конца своих дней. Это ее слова я хотел вам передать. На той рекламе, которая у вас есть, там есть очень содержательный и хороший текст Виссариона Исааковича Слонима. Я все равно позволю себе напомнить некоторые вехи, может быть, его биографии и поделиться своими собственными впечатлениями. Мне также предстоит зачитать сегодня несколько обращений к вам, к слушателям этого концерта, посвященных памяти Слонима и написанных известными музыкантами, его учителями или, простите, учениками или коллегами. Я начну с того, что внешне музыкальная карьера Слонима складывалась вполне благополучно. Он учился в школе одаренных детей при Ленинградской консерватории, как вы видели вот на этих кадрах. Потом он учился в самой консерватории у известнейшего профессора Ольги Каландаровой, ученицы знаменитой Есиповой. И после окончания консерватории он, уже перейдя из разряда ассистентов Каландаровой в педагоги, начал работать в Ленинградской консерватории. Вот. Потом он работал в Ташкентской, Новосибирской, Петрозаводской, снова Новосибирской и последний период жизни в Иерусалимской консерватории. То есть как-то это вот все скользит. Я помню так, я тоже это так как-то все воспринял. Ну вот работал там, работал тут. Он замечательный педагог, он всюду, так сказать, был центром этих учебных заведений. Но если вдуматься, то судьба Слонима очень драматична. Вот в статьях о нем мы находим упоминание о том, что он прекратил работу в Ленинградской консерватории по независящим от него обстоятельствам. Но те, кто старше, те помнят, а кто младше, те читали, что это были за обстоятельства в начале 50-х годов, когда многие люди лишались работы и не могли на нее устроиться. И принят на работу Слоним был в Ташкентскую, так сказать, отдаленную от Ленинграда консерваторию, только благодаря рекомендации Дмитрия Шостаковича, который хорошо его знал и любил как пианиста. И я вот думаю иногда, если бы не пресловутые обстоятельства, то, может быть, не было бы всех этих странствий, и Слоним до конца своих дней продолжал бы преподавать в Ленинградской и Петербургской консерватории. Но произошло то, что произошло, и 60 с лишним лет своей педагогической деятельности Слоним отдал 4 музыкальным вузам, в 3 из которых он заведовал кафедрой. Надо сказать, что на каждом месте Слоним в новом месте для него. Он чувствовал себя навсегда. Он, так сказать, не ощущал себя перелетной птицей. Во-первых, он работал достаточное количество лет в каждом месте. И кроме того, он как-то сразу там вот обрастал учениками, деятельностью. Он, как я уже сказал, быстро становился благодаря своему таланту и профессионализму центром этих музыкальных учебных заведений. И
Я бы сказал, что в каждой из этих консерваторий ему удалось создать очень яркий и динамичный класс его учеников. Я просто посмотрел географию сегодняшних его учеников. Его бывшие ученики преподают и концертируют по всему миру, от Америки до Новой Зеландии. В архиве Слонима имеются десятки писем от его бывших учеников, и читая их лишний раз, убеждаешься, какое значение он играл, какую роль он играл в жизни своих питомцев. Говоря о новосибирском периоде жизни Слонима и деятельности, я хотел бы напомнить, что в 60-е годы, это годы моей учебы, Новосибирская консерватория была совершенно уникальной по составу педагогов. Назову памятные многим имена Арсения Котляревского, Григория Пекера, Вячеслава Подъельского, Юзефа Кона, Леонида Шевчука, Александра Амитона, Александра Старосельского, Евсея Зингера, Анны Барон, Зельмы Тамаркины, Виссариона Слонима. Благодаря им и другим выдающимся музыкантам в консерватории царила какая-то особая атмосфера, я бы сказал, высоких художественных идеалов, праздничной приподнятости. Надо сказать, что и студенты, пройдя на вступительных экзаменах очень суровый конкурс, у пианистов он достигал 6 человек на место, тоже были очень хорошие, с сильной мотивацией к учебе. Авторитет педагогов по специальности был невероятно высок. Кроме кладезя педагогической премудрости, они часто были для ученика, пожалуй, единственным источником уникальной информации о своих великих учителях, о прошлом нашей музыкальной культуры, об истории нашей профессии. И дело в том, что сегодня в уже изменившемся мире мы можем получить очень быстро любую информацию. Даже бытует выражение «спроси у Гугла». Но вот я в свое время, когда я учился, я мог спросить только у своих учителей. И в первую очередь, конечно, Слонима. Надо признать, что он не дожидался вопросов. Его педагогика была очень активной. Он буквально, насыщал студентов знаниями из музыки, из жизни. И выдержать эту педагогику внедрения, конечно, было непросто. Но то, что знаешь с молоду, знаешь на всю жизнь. Говоря о педагогике Виссариона Исааковича, очень кратко, я бы поставил на первое место любовь к своему делу и к ученикам. А через это раскрывалась и в целом его глубокая любовь и преданность музыкальному искусству. Вспоминаются слова великого Ференца Листа о том, что педагогика является высшей формой интерпретации музыки. Мне кажется, что музыкантский облик Слонима как-то очень вписывается вот в эту гениальную, с моей точки зрения, фразу. Слоним учил учеников думать, размышлять, сопоставлять. Одна из сильнейших сторон его методики – умение обобщить, создать некую типологию художественных и исполнительских задач, при том, что сам он все время говорил, что исключений гораздо больше, чем правил. Тем самым он стремился привить ученику способность к ассоциативному мышлению, к самостоятельности мышления. По этой же причине он придавал очень большое значение первому приносу в класс вновь выученных произведений. Для него это был такой катализатор, чему же наконец ты научился. И по этой же причине он приветствовал исполнение студентами в концертах самостоятельно выученных произведений. Зная очень многих учеников Слонима, я могу с уверенностью сказать, что к концу своего обучения они были готовы начать самостоятельную творческую жизнь в музыке. И мне кажется, что это и главная цель, и главная заслуга учителя. В дальнейшем я еще скажу несколько слов о Виссарионе Исааковиче, а пока я позволю себе прочитать несколько посланий, которые я получил по электронной почте от выдающихся музыкантов, прекрасных пианистов Лазаря Ефимовича Александровского, Александра Викторовича Урвалова и Михаила Шулимовича Богуславского. Лазарь Александровский, обладатель первой премии Закавказского конкурса пианистов молодости,
очень известный музыкант, пианист, лектор. Многие годы был деканом фортепианного факультета здесь, Новосибирской консерватории. И много лет был коллегой Виссариона Исааковича Слонима. Вот что он пишет. «Вспоминая сегодня Виссариона Исааковича Слонима, видишь перед собой необычайно цельную и масштабную фигуру. Занимаясь исполнительством и педагогикой, Виссарион Исаакович был прежде всего педагог. Его разнообразные и большие познания были систематизированы, выстраивались в ту определенную систему, которую можно назвать слонимской. Масштаб его личности прослеживался и в конкретной работе, и в отдельных, казалось бы, замечаниях по изучаемому репертуару. Тем самым складывалась картина его педагогики, в которой каждой частности находилось место. Влияние Слонима-педагога чувствовалось не только на его учениках. Потребность учить, воздействовать своими взглядами была органично ему присуща. Вот это очень важная мысль. Я его в свое время называл это такой постоянно пульсирующей педагогической жилкой у Слонима. Александровский продолжает. Из его класса вышли прекрасные педагоги. Выпускники Виссариона Исааковича, как и он сам, свободно разбирались в порученном им деле, легко ориентировались в сложных профессиональных и психологических вопросах. Сегодня влияние Слонима очень велико. В жизнь входят новые поколения учеников его учеников, и они, безусловно, вносят свои черты в общую слонимиаду. Лазарь Александровский. Дорогие участники концерта, друзья и коллеги, сегодняшний вечер посвящен большому музыканту и человеку, которого я часто с глубокой благодарностью вспоминаю. Общение с Виссарионом Исааковичем, как с его удивительной женой, Зельмой Шмалевной, незабываемо. Не каждому, как мне, выпало счастье узнать этих выдающихся музыкантов близко. Позволю себе повторить и чуть дополнить последний абзац моих воспоминаний в книге о Слониме, изданной в Иерусалиме. Там есть почерк Александра Викторовича Слонима. Вот что он писал в этой книге, Урвалов. «Незабываемая атмосфера 326 класса на третьем этаже Новосибирской консерватории, где наш профессор Слоним в клубах сизого дыма, курил он тогда безбожно, творил доброе и вечное, учил нас понимать и играть музыку». И вот что я хотел бы дополнить, пишет Урвалов. «Он учил нас не только понимать и играть, но прежде всего любить музыку». Несколько слов от Богуславского. Михаил Богуславский, лауреат первой премии Всероссийского и дипломат Всесоюзного конкурса, многолетний педагог, ученик Слонима, многолетний педагог Новосибирской консерватории, профессор Иерусалимской и Тель-Авивской академии музыки. Вот что он пишет. «Дорогие друзья, к огромному сожалению, я не могу принять участие в концерте памяти моего учителя. Большой привет нашим друзьям, участникам концерта и всем, кто его помнит. Мы ощущаем себя членами большой семьи, имя которой – ученики Виссариона Исааковича Слонима. Мысленно мы вместе с вами, Михаил Богуславский, Любовь Каткова». И я думаю, что мне еще предстоит вернуться к тому, о чем я хотел сказать сегодня. Ну а сейчас, вероятно, наступило время дать слово музыке. Приглашаю на сцену Владислава Потапова, который исполнит траурный марш Метнера и этюд-картину «Ми бемоль минор» опус 39 Рахманинова. Пожалуйста. Thank you.
Жиленко, «Дороги любви» исполнит Лариса Жиленко, сопрано, партия фортепиано, Ирина Волкова. Пожалуйста. Thank you.
Йоханнес Брамс, интермеццо ля мажор, опус 118 номер 2, исполняет Наталья Филимоненко. Thank you.
своем сообществе Андрей Хализев исполнит Моцарта ре мажор. Слонимский, интермеццо памяти Брамса, исполняет Александр Никифоров, ученик Лисвена Сакча. Thank you.
Геннадий Пыстин исполнит свою транскрипцию хорового произведения Юрия Щепкова, сибирского композитора, «Семь ликов Святой Марии». Пожалуйста.
Thank you.